Всем привет, ребят. Опять не сплю, пишу видос вам с китайки. Подъехали интересные акции. Честно говоря, китайцы меня не переставляют удивлять. Насколько разница между нашими русскими локализаторами и китайками. Китайцами, не знаю, пофиг как. У нас сегодня будет битва гильдий и также топовые акции. Немножко топовых акций. Также идет конкурс на Некроса, ссылочка в описании. Не пропускайте свой шанс получить Некроса, там и кучу других ценных героев. Так, что у нас сегодня на Китайке? На Китайке у нас вот сегодня вроде, казалось бы, такая вот простая акция. Затрату самоцветов вы получаете определенные плюшки, причем неплохие. Если сравнивать с нашим русским сервером, то тут намного круче. За 35 тысяч, то есть по 5 рун, сундучки. Но смотрите, что идет дальше. За 60 тысяч вы получаете 20 осколков Некроса, топовую карту, топовый сундучок, руны. За 88 вы получаете еще 60 осколков, 10 восьмых рун таланта, 2 сундука топовых, 50 питомцев сумочек. И за 160 вы получаете 120, пятый сет психощита, пятый сундучок с пятыми рунами праймовыми, то есть вот такие вот отсюда могут сеты выпасть, и три пака огнекрыла второго левела. И это все за трату, то есть за 160к вы можете офигенно собраться. Чего на русском никогда у нас не было, не знаю, не будет. Возможно, когда-то будет, я надеюсь на то, что все-таки что-то у нас поменяется в дальнейшем. Также у нас сегодня вот такой вот базар тоже, в принципе, неплохой. Но все-таки на трату смотрится поярче все. Ну и есть вот такая вот основная акция. Думаю, тоже ее заберем, посмотрим, как у нас там будет. По акциям. Так, ну, забираем вот это все. Ну, как видите, неплохо так затарился за разок. Идем, помимо этого, ребят, помимо этого, за покупку на Китайке. Вообще, она зайдет. И опять же, не перестаю удивляться этому всему. Забираем грубую силу. Неплохо тогда. Забираем еще одно воодушевление. Это просто жесть. Так, ну тут уже завтра мы заберем сетик 5. Оно идет до 13 числа 12.00. То есть сегодня у нас 12, еще завтра будет. Ну, как видите, 5 сет ремочки еще будет дополнительно. 5 сет воодушевления. Есть еще и огнекрыло можно собрать. Ну, в общем, жесть полная. Ладненько. С этим мы разобрались. Плюшки позабирали. Поехали, будем шатать битву гильдий. Возможно, завтра прокачаю все-таки всех бафферов, соберу еще одного некроса на халяву. Почему нет? Пишите в комментах. Будем брать, не будем брать. Но думаю, есть смысл собрать. Так, окей. Чего я сюда зашел? Не знаю, что я сюда зашел. Так, смотрим, что у нас там на битве гильдии сегодня есть. О, ничего, такие гильдии, смотрю. 280. О, 300-очки пошли. Попробуем сегодня новый топ взять. Так, ну, поехали с этого, посмотрим, что тут. Да. Жесть, просто ладно, давайте уберем Минотавра. Так, что у нас по героям? Собран. Рея. Крит. Бигфут нормально. Нормально. Вместо Анубиса. Ой, говорю, вместо этого возьмем Анубиса.
Рублю силу. Так, а тут что поставим? Тут поставим вот так вот. Так, смотрим. Поставим гнев. Ну, поехали, попробуем его в лоб. В принципе, там расстановки особо нету. Так, что у него тут вообще есть? Давайте попробуем Фрей издали зайти. Может, нормально будет. А, у него стрелок есть. А там и стрелок, и Фрея тоже есть, понятно. Значит, идем в лоб. Что нам терять? Шансливо, как обычно, минимальный. Так, неплохо нас так минуснули. Жесть какая-то. Ладно, попробуем сейчас по-другому. Давайте запустим с огнекрыла. Ну, огнекрыл, конечно, неплохо дамажит, но нифига себе. Надо все-таки качать Атланта. Так. Ну, давайте еще заходик. Я не знаю, что-то я не могу никак понять, что делается на битве гильдии этой. Ну, все нормально прошли. С моими героями, талантами, ну, просто жесть какая-то творится. Не могут даже в лоб вынести, выстоять пару секунд. Так, отличненько, 547, неплохо. Так, тут, по-моему, у нас еще один топ есть. Делаем шот слива минимальный. Давайте попробуем со стороны Анубиса забежать. Я не знаю, откуда у них такие расстановки кривые. Им, конечно, виднее это все. Но это просто жесть. Так, тут и Фрея подбежала. Да, жестко. Ну, жестко как-то сносят. Ну, 11-е скиллы даже не вкачанные. У меня с 11-ми мои. Ни хрена не могут сделать. Смотрите, как сносят. Полная жесть творится. Хоть бери Минотавра. Так, ну тут стрелка нету. Ну смотрите, какой урон. Что за фигня? 50 тысяч всего Фрея бьет. Это что за бред? Фрея собрана на офигенный дамаг. Всего лишь 50к. Топовая сборка. Жесть. Ну это просто жесть. 30, 40, 50... Ну давайте так попробуем. Вы смотрите сразу так. Хераси, мы и все минуснулись. Так, опасно, опасно. 40%. Придется брать Минотавра. Мы попробуем выманить Анубиса. Ну жесть, смотрите. Я просто даже не знаю, как это назвать. Тупо из-за силы такой разнобой, но это перебор, я считаю. Возможно, это нормально, я просто никогда не играл, грубо говоря. На мелких таких аккаунтах, как вот эта моя китайка против топов. Может, это и нормальное явление, не знаю. Но иногда я смотрю на это, и мне кажется, что это немножко не то. Ну тут как-то еще более-менее Фрея затащила. Но она должна нормально дамажить. Но там такой урон. Странный очень.
Так, отлично. Поехали следующего топа ловить. Так, что тут у нас? Тут у нас приблизительно все то же. Только есть Афина, смотрю. Вот, вот это нормальный урон. А не то, что там непонятное было. Вот, вот так вот. Вот так вот. Вот. Остался один бедный Ронин. И то ненадолго. Да, конечно, Фрея. Просто офигенная, с грубой силой. На атаку собрана. Творит чудеса. Немножко ей подхила дать ей, в принципе. Отличненько. Так, ну что, поехали еще этого. Попробуем. Так, что тут у нас? Так, ну тут у нас, блин, дырочек нету. Афина. Давайте попробуем всех. Самое главное вовремя выйти. Точнее, нас тут и так попросят вовремя. Вынесут, я бы так сказал. 12 скиллы у всех. Попробуем отсюда зайти. Так, зависли. Так, нормально. И нажал на выход. Вот придурок, блин. Вот, ребята, почему нельзя бегать так? Обидно. Ладно. Можно было и больше набрать. Ратушу снесли. Ну, как видите, накрас. Тут ничего не сделаешь. Так, ладно. Че ныть? Шанс либо минимальный, как обычно. Это нормальное явление. Вот этот мне пассажир, ну, как-то очень не нравится. Не могу пробить его героев. Блин, грубая сила. Это вообще жесть какая-то. Вырежем потом тот момент. Шучу. Я не люблю ничего вырезать. Вот оно. Вот нормально. Выйдем. Вот сейчас что-то нормальное было, но опять же, как-то очень посливались. Ну-ка, давайте попробуем через Рину. Смотрите, просто минус. Так жестко минусуется. Я даже не знаю. Такое чувство, что они вообще без таланта. Сразу минус 3. Попробуем через Фрей. Ну, Бигфут вообще не тащит. Непонятно, чем он там занимается. Вот осталась только одна Фрей, этот. Это жесть какая-то. Ладно. Обидно, конечно, то, что там нажал на выход, но ничего не сделаешь. Так. Берем Купидона. Берем Минотавра. Так, Минотавра вместо Анубиса поставим. Тыква. Возьмем еще ворожея. У нас уже пятых ремочек наконец-то хватает. И хранителя.
Надо тоже его подкачать. Сюда поставим огнекрыло, пусть будет вот так вот. Так, окей. События, битва гильдий. Так, что мы будем делать? Кидаем Минотавра где-то тут. Вот здесь мы его выбросим. Тыковку на ратушу, чтобы она разогналась. Купидона этих всех кинем возле казарм. Ну, в принципе, думаю, нормально будет. Так, давайте вот так. А, у нас тут огнекрыл мешается. Давайте его сольем нахрен. Пусть подобьет немножко здание. Так, окей, отлично. Сейчас пусть у Фрейи пропадут. Так. Тыква. Верню сделал. Ладно. Значит, делаем вот так. Так. Так, 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 так. Жесть. Сразу же моментально снесли. Окей, еще разок. Два. Смотрите, что делается. Сразу минусует ослепление Минотавра. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мне нравится Минотавр как основная цель. Идет. Раз, два. Бери, не кидай его. Так вот. Вот. Вот такая вот битва гильдий. Конечно, слились. Можно было еще побегать. Но это такое. Это нормальное явление. В принципе, слив тут особо ничего. На моей силе. Ну, как бы... 300 очей было бы у нас там 2700, а то и больше, думаю. Но ничего страшного. Вот такие вот акции, надеюсь, у нас скоро тоже такое же будет. Смотрите, видите, потратил 10 самиков. Можно собрать некросы 5 сет психощита. Это можно сделать на бездонатном аккаунте. Единственное, надо, конечно, копить самы. Но люди копят по 200 тысяч ради того, чтобы вытащить одного там вольта, либо еще что-то. А тут вам дают кучу топовых плюшек, блин, за 160к. Ну, это вообще жесть. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Всем пока.